Я говорю, что это вот, как я говорил про него, это он так поступал, что за глазами он со мной был, да, там. Все нормально, там, Димон, ты там, даже меня вроде как слушает, там, и так далее. А когда вот на публику, да, он меня, типа, подъебывает, он меня опускает, он меня принижает. А как влияет на звук форма, например, King V и Stratocaster? Вот здесь я точно объясню. Значит, King V, форма, King V, она распределяет звук таким образом, что он именно вот благодаря этой форме расходится. И то есть он расширяется. В Stratocaster совсем по-другому. Вот это Jaguar, но здесь форма замкнутая. Поэтому звук обладает особенной структурой. Он, с одной стороны, как будто маслянистый, с другой стороны, он как будто вот напоминает битое стекло, правда? А у Flying V звук совершенно другой. Он очень колючий. Хоть он и не напоминает битое стекло, но он очень колючий. И вот именно из-за этих рогов это и происходит. Потому что он как бы раздваивается, как язык у змеи. Вот. Вот так я могу ответить. Я согласен. Кстати, есть вот разница между Randy Rhoads и Randy Rhoads называется двойной Rhoads. То есть двойной Rhoads это Flying V Джексоны, но она больше, чем King V. Это просто вот как Flying Randy Rhoads, вот этот верхний рог, акулий хвост, только нижний рог он вытянут так же самое. И этот двойной Rhoads, он звучит по-другому, чем Randy Rhoads, и по-другому, чем King V, потому что он больше, чем King V. Форма King V, она распределяет звук таким образом, что он именно вот благодаря этой форме расходится, и то есть он расширяется. В Stratocaster совсем по-другому. Вот это Jaguar, но здесь форма замкнутая. Поэтому звук обладает особенной структурой. Он, с одной стороны, как будто маслянистый, с другой стороны, он как будто вот напоминает битое стекло, правда? Я согласен. Привет, раз речь зашла про процессоры, то что лучше, AMD, Intel или лучше использовать пидоли? Да хер его знает. Я, поскольку с 90-х годов попал мне в руки Intel, я покупаю Intel. Хуй его просышь эту разницу, нам смертным не понять. Я Intel никогда не слышал. Intel не слышал? Но это такие классные процессоры, они, знаешь, ну вот есть самые известные, это что? Это Axe FX, есть Kemper, вот есть... А есть Intel, но это вообще, это очень крутые Intel, и AMD тоже. На них и, ну вот, и Metallica пользуется, и Red Hot Chili Peppers тоже. Что, не знаешь таких процессоров? Ну, в общем, вот. I wanna feel you try remember me.